Всем привет! Утром в субботу, спать неохота, пел когда-то знаменитый детский телеведущий, ныне, к сожалению, покойный. Вот и мы не спим с вами, а проведем один занимательный тест. Сегодня мы определим, сколько же обновленный у вас Патриот 2019 года расходует ровно на 100 километров пути по загородным дорогам. Для этого мы с вами переносимся на АЗС, чтобы заправить полный бак 95-го бензина. Поехали! Так, заправляемся до щелчка, до отсечки. Так, отлично. Пойдемте расплачиваться. Так, ну вот мы с вами заправились. Заводим машину. Так, и будем строить наш маршрут. Так, поедем мы с вами в одно интересное место. Наш маршрут ровно 50 километров. Пристегиваемся. Да, чуть не забыл. Бортовой компьютер. Так, суточный пробег. Обнуляем. Именно по нему мы будем вести отсчет. Поехали. Погода сегодня снежная. Вот. Отжигать ее не буду. Поедем со скоростью где-то 90 км в час. Проверим в спокойном режиме расход горючего. Thank you.
Так, все, господа, момент истины. Сотня. Так, поворачиваем. Так, камеру пока поставлю вот сюда. Человек заправится, и заправимся мы. Результат. Итак, друзья, вот мы и завершили наш эксперимент по определению расхода топлива. Результат вы видели. Много это или мало? Судите сами. Я считаю, что расход для данной машины очень неплохой.
И даже, скорее всего, ниже, чем у многих одноклассников. С вами был Дмитрий. Всем пока. Спасибо за внимание. До новых встреч.